Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Бравлер Де Мастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжаем выживание в Бравл Тауне. Дорогие друзья, на прошлый раз мы забрали Редстоун с вами в Бравл Тауне. Да, значит, сейчас отнесем его роботам, которые в мега ящики в моем ждут. Вот, да, закину, потом нужно будет со стройматериалами что-то разобраться. Ну, когда их там Джесси уже достанет, и принесу им тоже. Да, и я бы, наверное, хотел бы уже взять парочку мега ящиков, заполнить их и поставить на мои вот эти вот витрины здесь. Ой, было бы круто. Единственное, что если я разобью стекло, я потом смогу его обратно восстановить. И как я его расположу, эти ящики здесь на этот пьедестал ровно посередине? Вот в чем вопрос. Да, сложно, но мы что-нибудь придумаем. Возможно, я немного эти стенды для мега ящиков переделаю. А то они какие-то непродуманные, но ничего страшного. Надо скорую руку строили, эти рабочие, да, то есть, как бы что с них взять, я это все равно в любом случае сделаю все получше. Так, роботы, вы где? Опа, робот, здорово, робот. Запас масла 8 примерно хватит на 5 часов. Ох, на электричество уже переходили, на масле работают. Так, а чё это? Кому там из вас Редстоун-то отдавать? Здравствуйте, да, кому из вас? Так, роботы Редстоун-то... О, вот, тёмный Рика, ты что здесь делаешь? Ты чё, уже вернулся? Ты когда успел? Когда успел, брат, смотри, 15 блоков Редстоуна просто держи. Хобана, всё по списку, смотри, 15... Ой, погоди, это не тот список. А где у меня другой список? А, ладно, неважно. А, вот, 15 блоков Редстоуна, остальное всё будет, когда их Джесси достанет. Да, вот Джесси достанет, я принесу. Ну да, на Редстоун, конечно, маловато, наверное, пока. Хотя у меня есть больше Редстоуна. Вот нужно больше Редстоуна на всякий случай. Смотри, вот. На, возьми на всякий случай побольше Редстоуна, еще держи. Вдруг что там не хватит, там проводку куда-то замутить. Вот, Редстоун есть. Сходи за стройматериалом, потом вот он на одном Редстоуне далеко не уедем. Все-таки. Ну да, я понимаю, да. На одном Редстоуне далеко не уедешь. Ну ладно. Сейчас пойду к Джесси, попинаю ее быстренько. Может, побыстрее, чем-нибудь там у нас образумится с материалами. Все, давайте, умный Рика, не пропадай больше, а то у нас с тобой все-таки какие планы? Тут конвейерные ленты замутить, нужно будет роботов наклепать, не знаю, может 100, может 500, может 1000 роботов сделать, понял? 1000 роботов, темный Рика, понял? Может 10 тысяч роботов сделаем, целую империю сделаем роботов, сделаем города, там дороги более крутые, чтобы все в лакшери жили, вот, и так далее. Ну, вот, что, кстати, что такое? Надо заменить масло у некоторых роботов. О, сходите на майку, у него вроде видели что-то похожее. Окей. Окей, хорошо, темный Рика, я сгоняю к Динамайку. Вот, а погоди, а к Динамайку где там, где твой связной живет? Туда к Динамайку, а ты думаешь, он сейчас дома? Ты со связным-то свяжись там, не знаю, спроси, Динамайк дома или нет. А, ну тогда передай ему, что я забегу за маслом. Хотя мог бы, наверное, это, убрал оттуда, ё-моё, ладно. Хотя мог там оставить робота, мог бы я робота такого туда отправить, ладно. Схожу, все, давай, темный Рика. Ну, будем надеяться, что Динамайк дома. Ой, слышь, темный Рика. Темный Рика, может, ты одного робота сверху поставишь на ресепшн, чтобы он никого не пускал, не пропускал, там будет какие-нибудь стандартные фразы говорить, что пока закрыто, потом будем работать и так далее. Давай, вон, робот такой, пошли. Давай, робот, иди за мной, да я покажу ему. Все, давай, Темный Рика, иди. Робот, давай со мной, покажу тебе, где стоять. Так, пойдем. Тут всякие будут люди ходить еще, завидеть, что мы здесь делаем, как бы, ну не знаю, вдруг там будут вопросы возникать мне какие-то. Так, вот, смотри, здесь, короче, садись вот сюда, да, садись. Вот, да, садись, вот прямо вот здесь, вот на стул, короче. Кто-нибудь будет заходить, скажи то, что мы пока временно не работаем, скоро поступит новый товар, тогда будем продавать все это, вот, так далее. Можешь прям мой голос записать, моим голосом им отвечать, да? Вот, скажите, что пока что все витрины у нас пустые, но в течение недели ожидается уже открытие. Хорошо, договорились, бро? Все, давай, робот, давай, я на тебя рассчитываю. Так, хорошо, запись записана. Все, давай. Так, ну ладно, тут отель Джеки у нас с вами, да, значит, ну, а мы пойдем вон в ту сторону, к Джесси, наверное, около моего дома все еще его ремонтирует. Блин, темный Рика так неожиданно вернулся, вообще не ожидал его сейчас увидеть, а он бах здесь. Вроде бы всего ничего прошло, как-то они быстро сгоняли с Джеки в ледяной город. Так, мой дом, что-то пока не вижу, что тут пристроили. Ну, какую-то, да, я хотел, чтобы они прям большую пристройку сделали. Ну ладно, зато хотя бы двери у нас теперь появились, смотри, двери, ура. Ну а здесь-то что, на одну дверь поставили и все, что ли? А здесь почему двери нет, и здесь нет, боже мой. Надо будет Джесси сказать, что что-то как-то не делал. Ладно, может, она где-нибудь сверху там сидит, ну или сначала к Динамайку в любом случае заскочу. Да, к Динусе, надеюсь, он у себя. Если он у себя, то это будет прям здорово. Так, Джесси я пока здесь вообще не вижу. Видимо, отошла, может, на обеденный перерыв или что-то, даже не видел, что кто-то что-то строил. Динамайк! Динамайк, открывай! Динамайк, ты дома? Динамайк, надеюсь, ты дома? Это я, Демастер, открывай ворота свои!
Открывай ворота, давай, давай, ворота свои открывай. Опа, нифига, что-то быстро начали открываться. Что, роботы тебе починили, сделали хорошие ворота, да теперь открываются быстро. Диномайк, слышишь, мне говорили, что у тебя масло есть, масло, чтобы жопа не погасла. Диномайк, есть масло у тебя? Да, да, масло, масло. Могу тебе за масло дать редстоуна, смотри, вот раз, два, три. Масло дай мне, вот эти три стака редстоуна даю. Вот, давай все, что есть там, ну и там, побольше, побольше масла, больше масла, давай вот сюда. Давай сюда масло, давай, все, что есть, давай. Опа, хорошо, это что, у тебя целый шалкер масла? Ну хорошо, ладно, забирай его, да, давай. Все, Диномайк, а ты свою точно не видел, Джесси, не видел? А там, где там? Строит? Да я ее не видел, не видел там нифига, никто там не строил. Ладно, сейчас пойду посмотрю, все, давай, Диномайк, давай. Поищи, хер, только что весь дом вокруг обежал, никто там не строил. Так, хорошо, хорошо, сейчас тут перепрыгну на крышу, опа, опа. Джесси, Джесси, ты где? Джесси! Может, на внутри дома где-то строит? Джесси, а ты где? Кажется, тут слышно куда-то шум. Джесси, о, нашел тебя, Джесси, здорово. Так, Джесси, да, здорово, 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 вот, привет. Знаешь, что нужно еще сделать? А пойдем. С той стороны как раз готовы. О, я как раз за ним хотел зайти, давай, строй материалы мне. Держи, вот все, что заказывал, давай, давай, давай. Смотри, 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 знаешь, что еще нужно? Джесси, пойдем за мной, покажу. Так, 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 давай, спускайся. Вот, давай сюда, хоп, открываем, смотри. Значит, короче, вот сюда вот поднимайся, пацаны, поднимайся сюда, вот здесь, вот еще одну вот такую вот пристроечку. Забахать еще этаж, получается, выше, вот до сюда. Я же тебе показывал в прошлый раз, самый первый раз показывал, ты просто не запомнила. Вот до сюда, здесь еще этаж расширить, а вот здесь, короче, смотри, сверху на этой горе. Вот на этой горе, вот, короче, вот здесь где-нибудь, да, здесь, смотри, чуть гору подсрезать вот этого, да, вот это вот место. И здесь нужно будет высокую-высокую башню построить, деревянную такую, знаешь, в виде пирамидки, только не пирамиды. Не треугольная, а прям высокая. Хорошо, сделаешь такую башню. Я думаю, там ветряк какой-нибудь поставить, может, что-нибудь такое сделать. Ну, посчитай, сколько это будет стоить. Потом мне скажешь, я пока пойду. Я пойду, давай. Потом цену мне назовешь, что там по ресурсам и по всему остальному, давай. Все, хорошо, Джесси. Так, все, Джесси, я пришел. Теперь нужно отнести материалы и масло. О, Брок, здорово, братишка. Я до мастера готов снизить цены на броню. А что это ты резко решил снизить цены на броню? Что-то случилось? Я поднял цены, теперь никто ничего не хочет покупать. А я тебе говорил, Брок, а я тебе говорил, что никто у тебя ничего покупать не будет за такие. У меня нет денег, чтобы купить свой бизнес. Да, 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 да. Я тебе говорил, что так оно и будет. Вот ты зажрался, цены поднял, и все, и всех клиентов своих потерял. О, нифига, бар у Барли открыт. Пойдем туда, там поговорим. Так, Барли, Барли, здорово. Опа, нифига, у тебя вот бар-то новый. А где у тебя ценники, вывески? Так, я не понял. Ну что, не желаешь что-нибудь выпить? Я очень попробовал. На халяву, может, мне чем-нибудь дашь, когда тебя угостил Ром. Может, угостишь меня тоже чем-нибудь, а? У тебя, правда, сейчас ничего нет или у тебя что-то есть? Так, ну что ты говорил, Брок? Говори, говори, что там. Так, я уже все снизил, пойдем посмотришь. Но у меня сейчас особо денег нет, может, я вечерком зайду к тебе и там уже с деньгами. А ты как раз там все подготовишь, от пыли вытрешь, потому что никто не приходил, сам, ага, знаешь. Ну все, хорошо, давай тогда вечерком. Жди меня, жди, я приду вечером с деньгами. Все, договорились, закуплю у тебя броника. Давай, Брок, давай. Так, Барли, есть что-нибудь для меня? Опа, ну-ка показывай, что там у тебя, давай. Пока такой кофе. Давай, давай. Я могу тебе, знаешь, чем заплатить редстоуном, смотри. Полстака редстоуна, держи, хопа. Ох, кофеечек, вообще кайф. Ладно, Барли, давай, бул. Отлично выглядишь, хороший наряд, давай пока. Так, ну отлично. Теперь нужно все принести темному Рику. Все эти части, я думаю, можно будет домой забежать за деньгами и потом к Броку пойти. Хотя можно сейчас, пока я рядом с домом, забежать домой за деньгами, чтобы не делать 32-й круг. Да-да-да, чтобы по кругу здесь не бегать, по Бравл Тауну, а то я так кучу времени потеряю. Так можно сразу деньги забрать и потом к Броку за броню зайти. В целом, да, неплохо. Так, давайте-ка сюда, давайте-ка ко мне. У меня уже скоро деньги, мне кажется, закончатся, нужно уже возобновлять свой бизнес. Да, с деньгами-то, конечно, у меня начинаются реально проблемы. Ты посмотри, хотя нет, ого, хух-хух-хух. Нет, пока проблем нет. Пока с проблем нет, пока у нас все нормально. У меня даже необработанные гемы есть, редстоун. Ну, это хорошо, хорошо. Прям видно, что, ну, я неплохо подзаработал на той ярмарке, знаете. С тех пор у меня деньги вроде до сих пор не кончаются. Ну, как бы кончаются, но как бы не так быстро. Так, все, хорошо, это все берем и идем. Ну, думаю, столько золота мне точно хватит. Так, и погнали, погнали, погнали мы с вами к этому, к темному Рика сначала, да, конечно же, к темному Рика. Не будем таскать все эти рюкзаки с маслом, с всем остальным, там тем более роботы разряжаются. Говорил темный Рика, ему нужно масло или не разряжается, их нужно смазывать. Ну да, вот у роботов есть проблемы, в принципе, роботы, они даже как люди в этом смысле, знаете, тоже нужно есть, пить.
Ну, типа, знаете, электричество — это как еда, масло — это как вода для нас. О, робот, привет, что никто не приходил? Никто, мегаячики еще не завезли, приходите позже. Да, хорошо, хорошо, давай. Так, хорошо, так, все, давай спустимся сюда. Так, так, темный Рика, смотри, смотри, что я принес, смотри, оп. Вот тебе масло, чтобы жопа не погасла. Вот тебе, значит, тут цемент черный, цемент белый. Вот тебе здесь еще и 15 эти ростовных блоков. А что здесь 15? Я... А, видимо, Джесси из книжки-то, которую я, ну, вернее, я и говорил по 15 ростовных блоков, она решила их тоже положить, представляешь? Черный бетон, белый бетон, а железные блоки-то есть в итоге? А 30 железных блоков, смотри. Тут даже ростовано больше, чем нужно, в два раза достал. Ты видел, темный Рика? Видал, да, какой крутой? В два раза, чем нужно было. Ну все. Давай, братан, нужно больше роботов, больше роботов. Кстати, знаешь, что еще думал? А можем делать некоторых роботов, знаешь, какими-нибудь прям боевыми машинами, не знаю, вместо рук какие-нибудь у них пилы будут, и прямо устраивать бои роботов на арене, а? За деньги. Ну, типа, знаешь, два робота будут драться, предположим, сломается один, а с продажи билетов со всего остального мы получим, как чтобы произвести 50 роботов. Понимаешь? 50 роботов. Главное фабрику сделать. И еще, я тебе хочу кое-что показать. Давай в следующий раз я тебя отведу в одно место. Тут раньше был город одних роботов, там техногенные прям какие-то заводы. Я думаю, в целом никто не будет против, если мы потом, когда уже роботы у нас будут, поселим половину этих роботов, которых сделаем туда, и заставим строить техногенную зону для массового производства огромного количества роботов. Она, правда, все расхерачила из-за взрыва, сам понимаешь, но, мне кажется, можно замутить что-нибудь реально крутое. Что думаешь? Мне кажется, идея неплохая. Но пока давай здесь сделаем наш первый микрозавод. Если что, можно, знаешь, что будет сделать? Ты подготовь вентиляцию куда-нибудь вот сюда, давай выйдем, покажу тебе. Можно будет сделать вентиляцию, трубу, знаешь, где? У меня есть идея, поднимайся, поднимайся. Ну, роботам скажешь, чтобы сделали. Так, проход потом мы сюда исправим, сделаем проход через поршень, какой-нибудь будет секретный, чтобы никто не знал, что у нас производство прямо здесь. Вот, давай со мной, вот, мегачик еще не сделал приготовленный. Можем вывести эту трубу куда-нибудь вот на эту гору, чтобы из этой горы вылазила труба и просто дымила. Если спросят, что мы здесь делаем, скажем это, мегаячики делаем, понял? Как тебе идея? Все, нормально, нормально. А вот здесь потом арену построим, я хочу здесь арену построить. Вот здесь, блин, кто здесь лавочку свою построил, ты посмотри. Кто взял здесь лавку свою построил, на моей земле, представляешь, на моей земле лавку построили. Она будет пожаловаться шерифу, это на открытии было отеля. Ну блин, ну Джеки, конечно, это, ладно. Она будет с ней поговорить, наеду на нее, да. Ты узнай, где она. Все, она будет на нее все равно наехать, все, давай, темный Рика, увидимся. Так, ну а теперь к Броку закупаться оружием. Да. Сейчас Брок у нас это покажет. Ну, надеюсь, что он не, знаете, нормальные цены снизил, а не сильно. То он же снизил цены на две монеты, я скажу ему, иди нафиг. А то если, в принципе, сейчас оружие и брони закуплю, мне не нужно будет искать альтернативные источники продажи оружия и брони. Брок, привет! И тогда я смогу уже мегаечки начать продавать. Так, Брок, здорово, здорово, братик, как дела? Как жизнь молодая, твоя брочная жизнь? Почти починил всю броню, пахал везде. Ну давай, показывай свой этот репертуар, так сказать, по броне, давай. Мы сюда пойдем? Думаю, мы сюда пойдем. Ну ладно. Давай просто опять у тебя одна броня, оружия-то нет, там оружие. Ну давай сначала на броне посмотрим, что тут. Ну блин, чувак, а что с ценами-то? Что с ценами? Почему так дорого? Ты же сказал, сделал дешевле. Ну вот, ладно, здесь какие-то есть... Ну ладно. Тут есть какая-то броня, которую я бы мог бы купить. Ну хорошо, знаешь, их сделаем. Окей, я вижу, цены все-таки не сильно изменились, да? То есть, как бы, ну, чуть подупали. Давай возьму, их сделаем. Так, хорошо. Так, ну да, я раньше брал у тебя точно такую же полностью целую броню, там, по 60 монет, а тут по 160 теперь. Ну хорошо, хорошо, ладно. Цены выросли, инфляция, окей. Скажем то, что так оно и было. Давай это сделаем таким образом, смотри. Значит, беру я у тебя вот эту броню, значит, смотри. Хотя, у тебя есть какой-нибудь рюкзак для меня, да? Есть рюкзак? Можешь принести мне какой-нибудь рюкзак? Поставь пустой. Хорошо, смотри, значит, возьму вот эту броню. Это я 100 монет должен, так. Хорошо, сотку, записывай, 100 монет, значит, 100 монет. Так, потом возьму еще вот это вот за 95, наверное, вот это вот возьму за 95. И вот это вот за 105. Так, хорошо, сюда. Того уже 300 монет должно быть. 300, так, дай какую-нибудь дорогую броню себе еще возьму, хорошую. Ну, прям вот без шлема какая-то за 170, плохой вариант. Тут неплохой вот этот тварик за 175, за 175 вот эту штуку броню, за 175 взял броню, смотри, за 175, считай, 175. 475, отлично, 475, хорошо, так, здесь 180 вижу. Броня есть. Вот эти вот с этой почем? Погодите, почем с этой 190, 200? Так, что ты видишь там? 400, сколько получается? 475, да? Давай вот этот вот за 200 беру. За 200 взял, хорошо. А сейчас сколько там у меня уже выходит? 675. Смотри, сразу же тебе кидаю монеты. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 640. 640 есть, да? Хорошо, 640 есть. Знаете, сразу же тебе скину еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
Это 1280. 1280 я скинул, понял? 1280. Так, ну брони я уже брал на 670 монет. Ну давай я еще, окей, вот эту броню за 190 возьму. Броню за 190 тоже беру, посчитай. Броню за 190 тоже беру. Хорошо. Так, ну и погнали, наверное, с оружием уже порешаем. На оставшиеся деньги, которые я тебе дал. Погнали, покажи, что там у тебя по оружию есть. Пойдем. Так, по оружию. 100 монет, 100 монет. Блин, оружие тоже подорожало, капец как. Так, 105 монет, 135 монет. Капец, оружие дорогое. Даже эти по 85 стоят, ты издеваешься. Капец, цены, конечно, у тебя жесткие. Так, ну ладно, оружие. Уже дорогое, ну что поделать, да, возьму, да, возьму. Да, вот этот меч за 105 беру, посчитай, 105. Потом, значит, секиру за 135 беру, секиру за 135 беру, посчитай, давай, посчитай, так. Так, два меча по 80, 160, плюс 160 просто приплюсу еще, плюс 160 еще приплюсу, вот два меча по 80 взял. Что-то у нас уже выходит, 1265, а я тебе дал сколько, 1280, да? Ну окей, 15 монет можешь оставить себе, ну конечно, цены дорогие, капец. 15 монет себе оставь, там, не знаю, на чай, так сказать. Вот, но я это все в шалкер закину. Ты можешь мне шалкер собрать? Бля, у меня даже не влезает. Все, спасибо, все. Ну все, бро, хотя, знаешь, у меня, в принципе, с собой еще есть немного денег, давай, может, чем-то еще из оружия возьмем. Пойдем, посмотрим, что у тебя еще есть. 15 монет все-таки не хочется отдавать прям так жестко. Так, давай вот этот меч за 105 еще возьму. Так, этого сколько получается? 120, правильно получается? С 15 монетами, которые еще были там у меня, да? Не, 15 монет. 100, 15 монет, да, 90 получается, правильно, 90, все верно, я чуть сам себя не перепутал. Так, хорошо, еще 90 с меня, 90 плюс 120, сколько будет? Это будет 210, правильно, 210, отлично, у меня есть план. Смотри, значит, 60 плюс 60 это 120. Так, и плюс получается 60 это 180. И еще я должен 30 монет. Смотри, хоп, 30 куды, все, теперь мы полностью в расчете, я забираю все. Отлично, брок, отлично, все, давай, я пойду домой, закупился у тебя хорошенечко, все, теперь у меня есть куча оружия, куча брони, да, на кую новых вещей интересных, там, давай увидимся. Ух, ну и цену у этого подлюкинса, реально, просто капец, обокрал меня, тварь, реально, просто тварь обокрал. Раньше так дорого ничего не стоило, я помню, сколько, какие раньше были цены. Эх, вот раньше было лучше, буквально, сколько там, полгода назад закупал у него оружие, броню за просто сущие копейки. Мелочь, да, а теперь нужно столько отдавать. Но я ему нормального влад занес. Туда полтора косых ему на башку навалил золотом. Но сейчас у него должны быть деньги, бизнес не закроется. Мне это, в принципе, не выгодно, чтобы у него бизнес закрывался. Но в будущем, конечно, с помощью роботов можно будет, не знаю, создать робота-кузнеца, чтобы он сам выковывал нам оружие и так далее. Так, знаете, что я еще придумал, что можем сейчас быстренько сделать? Давайте возьмем мегаящики. Так, возьмем мегаящики, возьмем всю эту броню. Возьмем, наверное, сейчас, знаете, что еще возьмем? Возьмем гемы, золото, редстоун, еще золото. Золотишко возьмем, здесь у нас что, золотая монета. О, тут еще ящик с деньгами. Так, заберем это все. Так, так, еще раз стоун возьмем, наверное. Так, хорошо, что у нас тут еще есть? Вот такой вот ящичек еще возьмем, наверное. О, тут еще броня, давайте броню еще возьмем, конечно. Тут, конечно, наверное, броня, по которой я ходил. Одна из моих бронек. Ну да ладно, насрать. Возьмем вот это все. Эх, жаль, кирочки никакой нет, но ничего страшного. Сейчас попрошу, может, у темного Рика там что-нибудь есть. Так, можно будет это все перетащить на тот склад, который у меня, потому что сейчас роботы охраняют в любом случае склад, правильно? То есть можно в мега-ящике в моем, конечно, замутить уже какое-то хранилище и половину всяких этих ресурсов для заполнения. О, можно будет... Реально, Ворон сказал, что не будет на меня больше работать. И пофиг, да, пофиг. Я просто какого-нибудь робота темного Рика запрягу фигачить, наполнять сундуки. Нужно будет его научить. Робот, привет! Как у тебя дела? Смотри, мега-ящики завезли. Ящики с бой-системой перезагрузка. Запас масла 1%. У темного Рика масла. Буду скажу, что у тебя масла не хватает. Темный Рика! Ты тут, темный Рика, там у пацана сверху масла не хватает. Масла не хватает. Понимаешь, ему нужно масло. Замени ему масло, то он там скоро сдохнет. Да, сейчас залью. А я пока пойду начну заполнять мои мега-ящички. Пока что вот сюда, вот, наверное, раскину все ресурсы для мега-ящиков. Так. Вот. Дальше вот сюда положу сами мега-ящики. А вот сюда я положу, наверное, броню, шмотки и все остальное. Вот сюда мега-ящики, сюда еще большой ящик закину, да. Броню, шмотки, да, которыми буду заполнять. Ну что ж, дорогие друзья, пока я заполняю мега-ящики тем, что у меня сейчас есть. Надеюсь, эти мегаячики заполнили ресурсами, которые у меня здесь. Правда, нужно будет, наверное, гемы сходить обменять. Да, нужно будет сходить еще гемы обменять в банк. Но это я сделаю уже, наверное, в следующий раз. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Демастер. Мы с вами были в Бравл Тауне. Да, вот так вот. Но это все, серия подходит к концу. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.